Мировая серия Кубка Америки продолжает активно укреплять позиции. Тут идеально продуманы все аспекты гонок. Яхтсмены получают возможность участвовать в интересном состязании, сражаясь с ведущими командами мира, а зрители могут вблизи понаблюдать за напряженными водными баталиями. Прошлые ушли времена, когда парусный спорт был малоизвестным видом. Яхтсмены, их суперсовременные катамараны, наконец, привлекают внимание публики. Они готовятся к большой гонке, завершаем все дела. Яхта будет готова. Мы зададим всем жару. Снова. Америка выиграет. Снова. 34-й Кубок Америки пройдет на катамаранах класса AC-72. Это факт. Мы определенно такого раньше не видели. Это факт. Сомнений нет. Вы видели фото этих яхт в действии. Может, вы даже видели видеокадры, где они мчатся на своих гидрокрыльях. Но в программе «Кубок Америки. Открытие» мы выполнили за вас всю тяжелую работу. Вам больше не надо ничего искать. Смотрите наш фильм, и вы увидите эти огромные катамараны в действии, а также узнаете о будущем Кубка Америки.